Балансированное питание включает в себя также сладкое. По рекомендациям ВОЗ, употребление сахара в пределах 50 грамм вреда нашему организму не принесут. С поправкой на добавленные сахара, которые могут встречаться в готовых продуктах, это примерно 150-200 калорий. Смело планируйте один прием пищи в день, в котором обязательно будет присутствовать десерт. К какому приему пищи привязывать, решайте сами. Проанализируйте свой рацион на предмет достаточности в нем макронутриентов, в особенности углеводов. Это одна из часто встречающихся причин необъяснимой тяги к сладкому. Также проанализируйте свой режим питания. Нет ли слишком больших промежутков между приемами пищи. Стабильный уровень сахара в крови поддерживается при равномерных приемах. Проанализируйте свое состояние, свои ощущения в момент острого желания сладкого. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!